И снова всем привет, ребята. Очередная посылочка из Китая от компании Укитель. C23 Pro. Надеюсь, что будет все-таки кому-то интересно. Здесь MTK Helio P22 и идет 4 ГБ оперативки, 64 с постоянной, аккумулятор в 5000, экранчик 6,53. Интересного, честно я скажу, в телефоне вот нет, но в любом случае, знаете, все пишут, а почему вот нет дешевых телефонов? Вот я специально купил, чтобы вы увидели скриншот, если захотели, что сделаете, вдруг окажется кому-то интересно. И, кстати, что пишется на телефон iQOO Neo 5, чтобы, что в курсе 4K в 30 FPS. Открываем комплектацию, чтобы глянули. Здесь интересно, естественно, же вы инструкцию только увидите. В конечном итоге здесь у нас оказался телефончик в чехле. Потому что китайцы сделали уже получше, изменили упаковочку, вставочка из пластика, идет в питание. Вот, ребят, из микро, вот USB. Честно, я увидел и в шоке был. Знаете, что использовать из микро вот USB, тем более, что стоимость телефона кусается, я считаю, что глупо. И учитывая те телефоны, что мы покупали от компании с классными экранами и с классными с процессорами всем полностью, то здесь уже сделано вот как-то чуть-чуть вот неинтересненько. Так, что у нас с питанием? Указано в 5 и в 2 ампера. Ну, в целом, знаете, с таким аккумулятором вполне окажется терпимо, но и хотелось, чтобы было чуточку поинтереснее. В комплектации у нас чехольчик идет, так что вы увидели, я, естественно, знаете, чуть испачкал его, но я так думаю, что окажется в поинтереснее. Но в плане вот именно что, дизайна и камер, все что в целом вполне вот симпатично. Надеюсь, что все увидели, у нас их типа 4, но в действительности единственная в камера, вспышечка и сканер идет, что включается и срабатывает. И смотрите, и с габаритами, чтобы вы увидели и по камерам, вот как смотрится, и до такой степени он крупный и здоровый. Идет и толщина, и все полностью. Вот, ребят, так показываю, и так показываю. Вот здесь, что китайцы акцентировали и по процессору, и по камерам, и все полностью. И что самое, что дико было, что, знаете, вот я увидел, ты вскрываешь его, да-да, вот вы прикиньте, вот нету, чтобы с крепочкой аккумулятор. Вот чтобы вы увидели, аккумулятор вот такой степени и крупненький, и толстенький идет. Я надеюсь, что все циферки, что увидят, у нас и вставляется и симка, и карта в памяти. Тут в целом еще вполне не так, знаете, и смертельно, вот как бы и хотелось все в конечном итоге. Так, что включаем чудо это, и чтобы вы, что все вживую все увидели. Секунду, пленочку, вот знаете, вот я взял, сделал в тест Antutu, там чуть-чуть и скачал и танчики, чтобы глянули вообще, вот что к чему. Но вот честно, вот я считаю, что стоимость вообще с перебором идет, есть в телефоны покруче, поинтереснее, и от тех компаний, вот знаете, которые, лучше и что все окажутся. Вскрываем здесь так изначально, что первое включение, чтобы вы увидели. Ой. Раз, два, три, четыре. Что в первый раз вот включайте, чтобы глянули. Есть и смотрите сканер. Раз. Включился. Раз. Раз. И снова. Что включается, но честно, долговато думает. Сканирование лица вообще еще дольше думает. И, знаете, хотелось, чтобы лучше, но это же компания Укитель. Знаете, у них из последних из телефонов и с классным дизайном, и все полностью. А тут я смотрю, знаете, в чем они делают что-то из новее, то все хуже и хуже и хуже. Шторочку испускаем, иконки стандартные. Вот ничего интересного вы что здесь вот не увидите. Единственное, что захотели, что включается еще и фонарик у нас. Тут включается еще, естественно же, лента у нас. Скажем так, для information, так, включимся к интернету, чтобы было чуть-чуть комфортнее. Диктофонов тут нету специально, всем для информации, но вот в чем плюс по интернету, что у нас есть и 2,4 Гц, и 5. Тут уже, чуть-чуть в конечном итоге окажется в комфортнее. Для использования и всего
полностью от специально, что включу еще YouTube вам, чтобы глянули все-таки скорость включения. В теории я так думаю, что будет вполне комфортно все идти. Тем более, что у нас есть изумительное изображение, экранчик с качеством 720, ребят. Прикиньте, какая экономия. Ага. Ну что, бывает и такое в жизни, но такого вот никуда вот не денешься. Так, и реклама закончилась, я надеюсь. Опача. Так, включили. Смотрите, что у нас. Вот я думаю, что все видели, что экран 100%, что яркость включена, и до такой степени он темный идет, да, ребят? Здесь у нас и включается и 60 FPS, и включаем, и ждем, чтобы изображение, скажем так, изменилось и стало и красивее, и лучше, и ярче. Что включилось, так и смотрим, притормаживает или нет. Ждем. Не, ну в целом еще, знаете, вполне терпимо. И картинка, кстати, и красивая, и яркая. Но все-таки, знаете, вот ты попользуешься что телефонами с другим типом экранов, и в конечном итоге ты все-таки, знаете, ты чувствуешь, что вот что-то с телефоном идет что-то не так. Знаете, хотелось бы сказать, ой, как все классно, но, блин, что действительно цена вкусается, а, знаете, а все слишком экономно, скажем, оказалось у телефона. Так, включим динамики сразу. Dynamic sound. Maybe не то, не то. Есть. Сталкиваемся, знаете, ребята, с таким, что иногда все-таки что-то реклама, конечно же, все испортит. Скажу попроще, в качестве звучания здесь идет на, знаете, что и телефоны и за $70, и за 80 лучше купить Infinix с 2 гигабайтами оперативки и 32 с постоянной, и он по плавности и системы, и работы окажется в конечном итоге поинтереснее. Яркость экрана окажется еще покруче, вот так. Ну что, просто в действительности скажу, вот как оно, ну, тут оказалось. Так, ну что, для information, чтобы... Ну что, глянули, у нас же есть вот люди, кто любят, знаете, и циферки, и все полностью. Я надеюсь, что вы увидите. Я так думаю, что качество 4K в целом окажется, ну что, вполне терпимо. В процессор вот есть экранчик, ну что, DPI указан, и размер экрана, DDR4X, но там я смотрел, что скорость, честно, печальная идет, и что по памяти, и что оперативной, и что из постоянной. Есть по аккумулятору и с 5000. В чем прикол, что и с двумя, и с тестами Geekbench сначала показало, что в течение 2 дней использования, а потом я включил автоматическое изменение, что вот яркости, и стало 1.5 дня. Так что вот, ребят, ну к чему я акцентирую, что тесты иногда вот не показывают ту в действительности в ситуации, вот что бы мы и хотели в конечном итоге, что, скажем так, увидеть. Так, снова, тут у нас в целом все тютелька в тютельку идет. 4 гигабайта оперативки и 64 с постоянной, и камеры. Вот единственное, что вот не указано. Я еще, знаете, и шел по улице и фоткал. Он, вот ты не знаешь, вот я не знаю, зачем, но ты включаешь и фоткаешь, и думает он, что долго, и сильно, что долго. Вот нет еще и гироскопа. Но в целом у нас есть и приближение, освещение. Ну, скажем, знаете, гироскоп для такого в телефона, я считаю, что вот не все использовать его, что будут спутники. Попытаемся включить впервые, но по опыту в помещении у меня они включаются, что плохо. Вот честно,
Если и включились, то вот я вам скажу, что чудо. Вот действительно, что для процессоров с MTK, вот если все включилось и комфортно, то ты в такой ситуации со спутниками, я имею в виду, что вот действительно все классно идет. Так, что с библиотекой? Инструменты, скриншоты у нас есть. Вот смотрите, вот я сделал тест Antutu. У нас идет, ребят, вот чтобы вы увидели 103 тысячи. И снова вот такие, что Geekbench по аккумулятору. Вот смотрите, в 4 тысячи изначально показало в 5,5. К чему это, я не знаю. Снова такие, Geekbench 5 уже сделал. Ну тут, конечно же, в циферке копеечные. Стресс-тест Antutu. Я смотрю, что вот, я думаю, что все видели, до какой степени скачки у нас и шли. Так, в тестах, в тротлинг. Вполне еще, кстати, терпимо, знаете, я не скажу. Я вот честно думал, что окажется ситуация чуть все-таки печальнее. У нас есть PC Mark сделал и по памяти. Вот чтобы глянули, вот до такой степени, вы знаете, здесь используется, ну, я так, знаете, они взяли и скупили все из самых, из дешевых, ну, в комплектующих и втюхали это в корпус. И самого дешевого из пластика, что вот есть. Но в целом, знаете, вот так включается и срабатывает, что вполне терпимо. Для спортивного интереса, вот все-таки, я скачал в него еще и танки, вот, чтобы вы увидели. Так, ну, включаем еще и камеру. У нас в теории идет оптическое сближение, то изображение вот не испортится, и в конечном итоге вот вы увидите, ну, что в картинку. С интернетом, я думаю, что все вполне окажется окей, с настройками скачанные в текстуры, но установка по графике идет по минимуму. Я считаю, что телефончик, знаете, что, скажем, экономный и слабый, и ждать чудо здесь, я считаю, что глупо было бы. И за компанию, вот вы еще видите, вот как, ну, что включается, впервые, кстати, оно. Давайте. Так, есть. Ну и глянем. В теории, скажу так, по опыту, и с таким процессором у нас должно быть все, что вполне, что классно. Я специально, что изначально думал по плану кусочками сделать, но думаю, вот лучше, чтобы вы увидели и первое включение все полностью. Смотрите, изначально показывается в 50 с копейками по FPS-ке. Тю, то еще, по-моему, комфортно играется в танки. Но вы учитываете, что вот я играю с минималками. Ну что, включите покруче что-то, то я так думаю, что ситуация у нас окажется в конечном итоге печальненькая. Ох, блин, Вискерс. А что, они здесь бывают тоже? Я думал, что только на 10 уровне. Встречаем сразу. Раз, два, три, четыре, пять. На! Аж целых 33. Красава. На! Так, ну что, гусеницу я ему испортил, как минимум. Ну и все. Ждем. Так, смотрите, по FPS-ке, в 50-ка показывается. В целом я вам скажу, что круто. Ну, как, что мы играем с минималками, это, конечно, не сильно комфортненько, но в любом случае. А у кого пушка круче? Вискерс, ау. И еще раз. Опа. Привет. Опа, пропали. Так, в PFPS-ке 50-ка снова показывает. Ты прикалываешься? Или это я так, ну, что, думаю, что с ботами играем? А то, знаете, это вот так и с нормальными, и с людьми играть все-таки у тебя вот не получится. С непривычки, конечно. А вы не, смотрите, ушатали кого-то из команды. Крусадер у нас, ох, людоньки. Так, тут пацаны покруче, конечно, играют. Раз. И по FPS-ке в 50 у нас идет. Пацаны, все нормально.
Это считаю, что геймерский телефон. Ну, в кавычках я прикалываюсь, конечно. Попал. В кого попал? Что, в лоба себе? Так, этого ушатали. 4-2. Есть по FPS-ке 50-ка идет. Я считаю, что цифры вполне нормальненькие. Ай. Ну, пока. Ты кто такой? Давай, до свидания. Так, что дальше? Что случилось? Я так думаю, что дело... Не, все, что мы чемпионы. Я так думаю, что все-таки есть, потому что включилась игра и с ботами. Но в чем... Я думаю, что все увидели, что игралось вполне, что в комфортом. Для спортивного интереса еще, естественно же, включаем в Call of Duty. Да? Правильно сказал, автофокус ты включаешь или нет? Опачки. Есть, ага, вот так отказываются, вот видите, включаться. И снова, в такие все специально показывается, чтобы вы чтобы все увидели. Извините, из менюшки вот не акцентирую, там вот ничего интересного вы в конечном итоге не увидите. Я считаю, что глупо акцентировать на, знаете, с такими вот штуками. Вот, ребят, что вы у меня умнички. И все и спешат, и делами вот, занимаются. Я и так иногда делаю распаковки. Вот если действительно интересный телефон, там все включается и показывается и долго, и нудно. И все, ну знаете, все по пунктикам. Вот здесь я вкопался и в настройках, и всем полностью. Ну вот здесь вот нет абсолютно ничего интересного. Это просто, знаете, кто искал телефон там для папы, для мамы, и чтоб цена. И то, я считаю, что $100 для такого телефона это слишком дорого. Скажем так, смотрите, в капельке уже их никто вот не использует. Я думаю, что все и так. Потому что в курсе акцентировать здесь, скажем, оказалось бы, что глупо чуть-чуть. Да, блин, с той рекламой. Стоп, стоп. Так, смотрите, что с графикой у нас, чтобы вы увидели. Ну, в целом, я так думаю, что окажется окей. И, конечно же, что битву включаем, попытаемся. Давайте раз. Начать. Ждем. Так, ребят, я надеюсь, что там с автофокусом у нас все окажется комфортно и классно. А то, знаете, иногда бывает, что сталкиваюсь и с моментами, что бывает чуть-чуть в печальке все-таки. Но я думаю, что все окажется у нас на шагу. Так, ждем, включится или нет. По поводу в камеры я специально, потому что втихую их в конце. Ага, ну я разведчиком буду, мне все равно. Здесь тю. Ну что, вполне еще даже, кстати, изображение плавно идет. Ну, мы сейчас испытаем стрельбу. Знаете, обычно все такие в телефоны, ну, из таких, из категорий сливаются вот именно в стрельбе. Не, и стрельба вполне нормально. Где ты там, друг мой? Вот что плохо, что, вот видите, ну, телефон с единственным динамиком, и ты играешь и прикрываешь его. Это все-таки, ну, действительно, не сильно комфортно в конечном итоге оказывает. А с прицел, потому что притормаживает чуть-чуть, но вы учитываете, что я включил, чтобы еще и FPS была, скажем, по максимуму в конечном итоге. Есть, вот честно, меня поболее интересовало, что у нас будет по карте, но, блин, долговато, конечно. Нет, кстати, вполне комфортно играется. Я так думаю, что, ну, чуть-чуть, конечно же, притормаживает, но вот, ребят, вы учитываете, что $100 телефон стоит. Я акцентирую, я уверен, что в компании стоимость, знаете, побольше его не сделает, чем, ну что в конечном, вот изначально, ну изначально, вот я вам включил, что стоимость 120 идет, но я вот так не думаю, что окажется в конечном итоге в такие, ну что, циферки. Так, я спускаюсь, извините, у меня по плану взять и просто, ну, чтобы вы увидели, как оно включается в покарте. Именно, ай. Так, я что, в кусты какие-то упаду или что? Не, ну, домик есть, то уже, знаете, плюс. Так, ну что, громкость.
Сделаем чуть громче сразу. Так, раз. Пушки, стволы. Вы где? Колбаса. Так, ну, оказался у нас броник. Скажу честно. Знаете, изначально, вот если не оказался автомата, то это, конечно, печалька. Но вот я смотрю, что так вот ты играешь, то, по-моему, все круто. Да блин. Аптечка. Да дайте мне хотя бы пистолета, чтобы был. С кинжалом, знаете, как-то ну, чтобы бегать не сильно интересно. О. Я чувствую, что что-то по управлению меня бок тянет вечно. И лишь что из непривычки, знаете. Ага. Я думаю, что все только что увидели управление сбоку, где было, да? Или только я? Ура, у нас что-то есть. Так, уже кого-то из команды ушатали. Ну, знаете, и почему я не удивлен? А так, полетели мы куда-то с друзьями. Опачки. О, за компанию испытаем технику, я думаю, что... О, привет! Я попал даже в кого-то. Тю, оказался еще и снайпер. Ленька чемпион, по нырянию в бетон. Так, ребят, ну у нас идея. Я думаю, что все увидели, что все-таки чуть-чуть притормаживал, да? Ну, знаете, чтобы не обманывать, не лукавить, не рассказывать там. Ой, до какой степени все круто идет. Какой классный в телефон. У Китель мне закинули, что денег, и я рассказывать буду, что все классно. Вот не, ребят, потому что притормаживать чуть-чуть. Знаете, что я скажу так. С минималками вы вполне терпимо поиграетесь. Но чтобы включать изображение в покруче, вы его вот здесь не увидите. И смотрите, вот ты играешь и стабильнее... Фризы идут у нас. Так. Ты опускайся ты уже. Прыгай. Ай. Так, ребят, ну я думаю, что все увидели, ну что, вот как оно играется. Ну и, конечно же, в камеру. Извините, так, отключаем, что 2Х. У нас, я думаю, что все увидели, что в памяти еще оставалась игра. Камера оказалась, что пишется в 30 FPS из Full HD и спереди, и сзади, что, ну, честно, для... таких, ну, телефонов вообще, ну, что дико по качеству, чтобы вы увидели, в 13, ну, что пикселей 4 к 3 идет, и 9 пикселей 16, ну, что к 9. В целом изображение, вот если при в терпимых условиях, то оказывается вполне окей. Вот я, ну, что был вот на улице, и картинка вполне, ну, что классная была, но думаю, что только что все увидели, что вот я включил, и чуть-чуть долговато думает. И знаете, ну 13 пикселей тут есть, но по качеству, скажу честно, слабенький. Смотрите, пишется еще и видео. И, кстати, первое впечатление, что оказался еще автофокус у нас. Я там не знаю, что в камере пока что, но, по-моему, с автофокусом у нас все, да. Что включается и срабатывает, тут уже все... вполне еще окей по качеству, что писа MP4, ну вот честно, что в карму плюс телефону, так пусть Google файлы все будут всегда. Продолжить. Ну и. Смотрите, пишется еще и видео, и кстати, первое впечатление, что оказался еще автофокус у нас. Ну знаете, что из плюсов, что еще и тряски, вот вы, ну вот не увидите, здесь уже как-то, ну что, вполне окей. Единственное, что вот я не успел испытать, смотрите, одну секунду, в красивое лицо, знаете, кто страшный, кто и сильно страшный, съемка в темноте, это вообще прикол, эффективности вот нет, вот здесь эффект в боке, но в чем прикол, что только что двигается. В
По опыту это 100% указывает, что в камере, ну знаете, ну что, оно оказалось искусственно, чтобы вы, чтобы в теме все были. И что у нас с эффектом боке? Ну, смотрите, в теории он есть, но детализация у камеры до такой степени плохая при контрасвещении, что ужас. Я не знаю, что сказать. Я бы вот не сказал, что здесь, ну что, все классно. И селфи включается у нас так, ну, что в целом все изменяется. Так оно. И просто, чтобы вы увидели с портретом. Па-бам-па-бам. И детализация. Вот, ребят, ну что, камера идет, скажем так, из восьмерочкой, но в конечном итоге я на 100% уверен, что здесь идет из пятью, ну, что пикселями, и вот не ждите, ну, чудо. Все в примеры и фото, и видео в конце будут. Извините, что долго, но знаете, я так думал, чтобы все, ну, что в кусочек впихнуть его, и, скажем, телефон не сильно интересный из-за этого, просто, знаете, вот так и показываю все в куче. Да, ну что, бывает и такое, испортился я окончательно. Извините, что долго, но вот я пытался столько делать. Всем спасибо, пока. И снова всем привет, ребят. Так снимает, если телефон от компании Oqtel C23, чтобы вы увидели качество в картинке. Если, я надеюсь, хотя бы плюс-минус все увидят, что по изображению, что по автофокусу, чтобы глянули. Есть, есть. Ну хотя бы знаете, в чем плюс, что включается. И секунду, небо, изменение по освещению. Надеюсь, что все видели. Всем спасибо за внимание, пока. И снова всем привет, ребят. Так снимает и телефон у Китель C23. Просто чтобы увидели изображение. Ну, хотя бы, знаете, я думаю, что камера окажется в целом ответственной, но я смотрю, что картинка в телефоне в целом вполне окей. Но при солнце вы ничего нормального не увидите. Как смотрите.